Не узнала. Маленка пошла. Всем приветики, приветики. Ангелешу веду за ягодками. Перезрела наша клубника. Перезрела. Это перезрела. Что-то цветет. Да? Да, и за поречками она. Мама? Она клубничку ела-ела, увидела какого-то жучка. Мама. А, говорит, тут жучок я есть не буду, говорю, выкинь и ешь дальше. Мама созрела, да? Угу. Перезрела. Уже отходит клубничка. Пошли покажу, что твой братик любил кушать. Клубничку? Валенку? Нет. Валенку? Вот что он любил кушать. А это? Черешня. Ага, это поречка. Какие ягоды красивые. Мама, а они созрели? Да, иди пробуй, говори, как тебе на вкус. Мама, дай кусок. А что ты боишься? Ой, оторвала две. Но. Вкусненько. Вкусная поречка. Конечно. А какая красивая на вид. Кислая очень. Туща, какие это качели? Это вообще-то огурцы. Вот этих на ниточках качели. А тут огурцы просто так кажутся. Это кукуруза. Да, вот это? Угу. Укропчик. А она еще наша не созрела, нет? Нет. Жалко, да? Где мам? Вон, видишь, тут смородины. Пройди вот сюда, вот поэтому. Вот там такая колючка, иди по роду. Ага. Где Ангелина? У нас и эти колючие, как ты их. А хруст? Это не ёж-то. А, это же ёж-то, точно. Ауч. Мама, у нас же был же жагруст. Что, он уже все? Ого, Ангелина, смотри, какая сморода крупная. Ого, поспела, посмотри, какая. Сказала, что папа, подвяжи. Хочешь там, Ангелинка, покушать? Я не хочу. Чего? Ладно, одну на, возьму. На, попробуй. Опять пробовать? Опять. А братик твой поречку, ну вот почему любил? Поречку, так не любит. Она не любит. Мама, он сейчас перебирает. Покажем, доченька моя, каких делов понаделали нам чужие собаки. Мамочка старалась, садила бабушка твоя. Угу. Чернушку лук. А смотрите, что они понаделали, сволочи. Понарывали ямки, все разрили. Вон, видите, что понаделали? Кабачки повалили, вон мама. Кабачки там повалили. Кабачки повалили. Соседей порвали теплицу. Наша, слава богу, целая. Выдержала как-то, да? Ну, как-то, наверное, нашу мимо прошли. Вам покажу. Вот ямки нарыты. Вот ямки нарыты. И картошка где-то у нас разрыта, я не знаю где. Да. Ну, вот. Может быть, там? Нет. Да не все нормально. Огурцы. Тоже нормальные. А вот картошка. А, это, наверное, в конце огорода. Мы уже в конец огорода не пойдем показывать картошку. Да? Цветет как. Клубничка. Уже много. Клубники встаем. Вот такие у нас дела. Сейчас я пофотографирую, потому что пойдем, наверное, разбираться в сельсовет. Это сколько всего нарыто. Все попорчено. Здесь грядка вытоптана, в конце огорода вытоптана. Соседи вообще ужас, что наделали. Такой спанбонд
они заплатили 80 белорусских рублей. Потом купили второй, 70 рублей. Тоже порвали, вот. 150 рублей нету, на чьих-то собак ушло. Котя мой бегает босиком, покажите-ка. Моя сельская девочка. Любишь босиком бегать? Только ты бабушке дело не доделай, ладно? Ой, вишня. Уже вишня. Угу. О, скоро будем уже у вишенках фотографироваться. Кисленькая. На, дай тебя. Нет, у меня самые темные. Нет, за темненькую выбирать. Это темненькая. Ну, это не черешня, она кисленькая. Это вишенка. Муравей. Ну, пусть муравей бегает, тоже хочет вишенку. Как? Зато витаминчик С. Все, Майка, будем выводить пятна. Харанта. Да? Угу. Может быть, вода спасет? Может быть. Все. Всем пока-пока.